30-летний Александр Головин оказался в центре скандала. У актера родилась дочь от 32-летней Светланы Белогуровой уже после их разрыва. Сейчас звездный актер сериала «Кадетство» выплачивает полуторагодовалой дочери Оливии алименты в размере 22 тысяч рублей в месяц. В этой истории многие были шокированы поведением знаменитости. Представитель артиста уверен, что не стоит спешить его осуждать. Адвокат заявил, что реальное положение дел не имеет ничего общего с тем, как Александра обрисовали в прессе. Тимур Матвеев утверждает, что мама Оливии необоснованно требовала алименты в размере 200 тысяч рублей. По словам адвоката, Головин всегда материально помогал своей дочери. Понятно, что обязанность отца содержать своего ребенка никто не снимал, но и оплачивать все капризы матери, наверное, тоже несправедливо. Тогда как Семейный кодекс РФ гласит о равных правах и обязанностях родителей по отношению к ребенку, заявил юрист в интервью Стархиту. Мужчина надеется, что Александру и Светлане удастся помириться ради дочери, чтобы они вдвоем могли заниматься ее воспитанием. Недавно бывшая возлюбленная Александра Головина упрекнула его. Маленькая девочка оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Актера официально признали отцом Оливии.